Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что же, золотая лига, 21 ранг. И попробуем сегодня добраться до 22. Ну, как ты понимаешь, я не очень часто в нее играю, но периодически захожу. Поэтому буду играть, как всегда, за нашего, за моего, точнее, любимого разгрома. Надеюсь, противнички будут находиться здесь быстро. Ну, почему-то я сомневаюсь. Хотя нет, смотри-ка. И у нас с тобой орех. Кстати, одинакового ранга. Это очень редко, когда выпадает одинаковый ранг. Ну что же, орешек. Я знаю, ребята, с ним шутить не стоит. А вот кого нам с тобой взять? Ну, давай попробуем. Блин, да ну. Твою же налево. Давай попробуем здесь. Да вы серьезно, что ли, блин? На выдав... Трындец. Ну и наполучал я, конечно, карт. Два спортивных зомби. Да, если сейчас мне что-нибудь не выпадет хорошее. Блин, ну зачем вот щупальца, а? Мне кажется, он будет сейчас выставлять... Оу, я думал, что будут орехи. Прогадал чуть-чуть. Блин, ты понимаешь, мне некого поставить. Вот нету подходящих карт, ты понимаешь? Вот только вот с четвертого хода я могу что-то поставить. Так он сейчас тут все заставит к этому времени. Он немножко в недоумении, да, что я тут придумал. Ага, а вот и орех, про который я тебе говорил. Пропускаем, конечно, пропускаем. Поставить мне некого. Вот только сейчас могу. Ну что? Трындец какой-то. Ну и как? Да никак. Если только через магию. Что он там делает? Оу, вот это ты зря. Это ты зря, конечно, сюда это поставил. Так, растение получает минус 2, минус 2. Хотя зачем? Мы пока с тобой приберегем. А вот тут вот мне интересно уже знать, что он собирается выставить сюда, а? Что он выставлять сюда будет? Ну-ка, давай-ка я поставлю сюда йети. Вот это уже хорошо. Так, ну он наверняка сможет как-то мне подбить йети. И мало того, подбить еще и поставить кого-нибудь сюда. Хотя зачем? У него фулл хп. Смысл ему сейчас тут вообще волноваться? Не вижу, ребята. А вот нам с тобой волноваться как раз-то и стоит. Смотри, что делать, а? Ты просто полюбуйся на него. Так, ну я думаю, что нет смысла, да, ребят, нам с вами тратить. Бамс. Так, нам дают сердце. Естественно, восстанавливаем себе здоровье. И вот надо что-то здесь делать. А что нам здесь с тобой сделать? Вообще в голову ничего не лезет. Так, этот же у нас уходит, да, с тобой? Когда этот зомби наносит урон растению, он перемещается. Ну, давай попробуем. Попробуем сделать с тобой так. Вот не знаю, будет ли он сейчас уничтожать мне его. Да ладно, ты серьезно? Хм, удивительно. Ладно, хорошо. Так, мы перемещаемся сюда. Так, теперь сюда. Теперь сюда. Окей. Ну, что там? Размещает стенарях. Естественно, берет карту. А мы с тобой продолжаем. Так, я думаю, что если мы сделаем с тобой... А, вот так, к примеру.
Так, нам достается курица. Если что, мы можем с тобой поставить защиту, если понадобится. А, нам, скорее всего... Так, хиляется, что ли? Хиляется. Ну, этого мы можем уничтожить. Или же... Блин, кого нам лучше бомбануть-то? Кого нам с тобой здесь лучше уничтожить? Тут, например, ударим, да? Хм. Этот нас не пробьет. Я могу курицу. Или челюсти лучше. Короче, давай сделаем с тобой, наверное, вот так. Уничтожим этот орех. А здесь мы подбиваем орех. Не знаю, ребята, что там будет дальше делать. Что-то да будет. Но если я сделаю вот так. Эволюцию. Эволюцию я сюда не хочу делать. Пропустим. Пока пропустим. У него, наверное, есть уничтожить надгробие. Что-то мне подсказывает. Нет, он делает шаманство. Банан. Так, это уже интересно, ребята. Это уже интересно. Нам нужно его бомбануть, да? Для этого нам понадобится... А вот это. А, плюс ко всему. Вот это. Уничтожим. Так, понятное дело. Вот это. А здесь, наверное, нам лучше сделать вот так вот. Поехали. Так, у него остается 5 здоровья. Банана, да? Банана. Значит так. Ставим неуязвимость. Плюс ко всему вот так. Посмотрим, что он там будет делать. Наносит 2 единицы урона. Делает, ага, еще одну лужайку. 3 лужайки. Ты сейчас серьезно? Ты серьезно вот это вот? Тебе же крышка. На что он рассчитывал, не знаю. Ребят, видимо, у него с картишками не повезло. Фига он тут. Колода, видимо, должна быть на отхиле. То есть хиляющая команда, но как-то не зашло ему, не повезло, что ли. В любом случае, мы с тобой получаем, да, звезду. И нам нужно еще с тобой 2 звездочки, чтобы перейти на следующий ранг. А это при хорошем раскладе еще один бой. При плохом... При плохом, может быть, длится очень долго. Потому что мы можем туда-сюда с тобой сейчас прыгать. Так, ага. 22 ранг. А против меня поставили. И это еще к тому же картошка. Картошка. Дайте мне что-нибудь. Ну, вот они вот издеваются. Вот по-другому это не называть, ребят. Просто издевки какие-то. У меня вроде бы в руке там есть нормальные дешевые карты. Че они мне подсовывают все время, а? Ну что вот я здесь? Ну вот видишь, что он творит. А у меня опять только с 3-го хода, да? Пойдет веселуха. С 3-го хода. Ну да, как ни крути, блин. Ну и что? Ну, поставлю я, предположим, этого, да? Сюда. Есть ли в этом смысл? Не знаю. Сейчас проверим. Сейчас проверим, нам все равно. Хотя мы можем через валун сыграть. Нет, все-таки я сделаю вот так вот. Будет интересно прокачивать свой стручок или же нет? Наносит 3 единицы урона. О как, понял. Потратился. Потратился, да? Не пожалел. Так, подожди, мне не это надо. Мне нужно сделать вот так.
Это во-первых. Что нам тут выпадает? О, замечательно. И следующим валуном мы с тобой, по-моему, уничтожим этот стручок. Правда, зависит. Мину поставил, да? И сюда мину. Ты понял? Так, она у нас наносит... Я же не помню, сколько там урона. Но мы можем с тобой... А, 6. 6 урона. Так что давай уничтожим с тобой тогда этот стручок. Ну. Предположим. Дальше у нас с тобой пойдут сейчас йети. Хотя зачем нам йети? Давай-ка я сделаю вот так. Он сейчас должен заволноваться, задергаться. Я бы лично задергался бы. А миночки-то ты потратил, да, парень? Ай, как обидно. Я верю тебе. Так, мы можем еще немножко усилить, да? 2 плюс 2, то есть это 4-6 будет. Но все зависит от того, что он сейчас выставит. И куда выставит. Кита, Кита, не спи. Думает, вырабатывает, наверное, какую-то стратегию, да? Или же просто уснул. А может быть, вышел. Возможно, ему тоже не повезло с картами. Ну... Картошка. Ай, зря ты это делаешь. Ай, зря. Я, ребят, по-моему, он сдулся. Ожидание соперника. И в итоге. И в итоге. В итоге что? В итоге, ребята, соперник просто отключился. Это халявная победа. И значит, мы с тобой переходим в следующий ранг. Да-да, ребята, в 22-й. И это круто. 25 гемов. Ну что же, тогда есть смысл, наверное, еще поиграть. Блин, как же я хочу, друзья мои, попробовать за кого-нибудь другого. Ну вот, честно говоря, за кадром пробовал. Выбирал всех персонажей. Пробовал собрать там супер-пупер колоды. Ни шиша у меня не получается. Понимаешь, не шишарики. Хм. Я не скажу, что здесь, конечно, супер-пупер колода у меня. Ну ладно. Тем более. О, 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 началось, началось, ребята. Началось. Ну, давай, шваркнем. Я знаю, что он сейчас будет делать. Наверняка со своей грибной поляной сейчас будет тут меня мусолить. Сейчас мы проверим. У нас есть, слава богу, вот такая вот штучка, которая уничтожает... Ага, ага. Почему-то я этому не удивлен. Вообще нисколько. Трынь. Ага. Так, погнали далее. Вот что у нас с тобой есть, да? А если я вот так сделаю? Пропустил ход, да, получается он? Ну что же, это его дело. Кого дальше будем выставлять? Кукареку нашу? Наверное, да, стоит, наверное, кукареку выставлять. Он может бомбануть заклинанием и прибавить себе на одну энергию больше. Что, скорее всего, он так и сделает. Нет, почему-то он не стал делать. Он, ребята, он выжидает комбинацию, естественно. Выжидает комбинацию определенную. Угу. Ну, если я, предположим, сделаю вот так. Неужели он будет терпеть? Нет, ребята, он тратит кабачок. Соответственно, мы ему еще набрасываем. Так. Ну-ка, если я вот так сделаю. И вот так.
Ага. Кого подобьет? Естественно, на воде, понятно. Все зомби получают минус один, минус один. Я тебя понял, парень. Давай влуплять. Ай-яй-яй-яй-яй, кому сейчас... Сюда, наверное, бомбанет, да? Она наносит минус 3. А, вот как. Так, у нас появляется киборг 5-5. У нас появляется киборг 5-5. Ну, предположим. Давай я вот сюда его поставлю. Что он там? Уничтожает зомби, если... Что я там пропустил? Не прочитал, ребята. Что он делает? Уничтожает зомби, если он наносит урон цветку. Ну а как же тут не наносить урон цветку? Тинс. Окей. Фигово роза, да? Так. Продолжаем нашу, друзья мои, эпопею. Так, у него 6 хп. 6 хп. Есть у нас вообще шансы какие-то тут его завалить? Твою же налево. Еще и хильнул. Так, этот, давай за ним, за ним. В плане, почему мой этот и за ним не побежал? Вот объясни-ка мне. Ха. Ладно. Погнали. Вот оно когда, значит, бывает. Ну, давай посмотрим, что нам с тобой здесь выпадет. Ох. Блин, я не знаю, уничтожить его как-то или... Как же нам его бомбануть, а? Да пока никак. Ничего тут особого делать не стоит. Виноградина. А, наносит 3. Дуралей. Он неправильно сделал сейчас. Хотя... Хотя нет, ребят, правильно, по-моему. Так, что нам здесь выпадает? Безумие. Нам выпадает безумие. Так, окей. Погнали. Сделаем с тобой вот так. Ну и, наверное, вот так. Да ты запарил, а? Ты просто запарил меня. Поехали, друзья мои. Да, 6 в лицо прилетит. Ага. Щупальца. Слушай, да мы, наверное, пока... Да ничего делать не будем. Просто посмотрим. Началось. Началось, да, значит? Так. Ну что, мы с тобой... 6... Нам надо... А как бы нам с тобой сделать? Ну, давай, наверное, сделаем вот так вот. Да? И сделаем вот так. Поехали. Угу. Угу.
Что же мы можем сделать? Да, по-моему, ничего, ребята, да? Так, поправляй себе здоровицы. Это плохо. Для меня, ребята, это плохо. Что дальше? Угу. Гриб. Так, ты будешь отсюда улетать? Улетел. Что там, превращает случайного? А вот это плохо. Вот это, друзья, блин, плохо. То есть, фейл получается, что ли? Серьезно, блин? Ребят, по-моему, фейл. Нам пятерка в лицо прилетит. Да. Ну вот кто бы мог знать, что у него именно свекла здесь появится. Не кто-нибудь, а именно свекла вот эта вот. С броней. Я вообще не рассчитывал. Ну хорошо, что нам терять, по крайней мере, с тобой нечего, да? Не было. У нас здесь с тобой ни одной звезды. Просто какой-то фарт на свекле, а? Сделал. И у меня-то не было ничего такого, чтобы мог бы как-то прикрыть. Эту курицу, я думаю, надо менять, ребят. Не вижу я от нее толку. Занимает только место. Никакой существенной прибавки она не дает нам. Ну что ты там задумался? Какой у тебя ранг-то? Да, 25-й. Это Дженни. Дженнис. Ну что-то там, вытягивай давай карты. Так, мне дали хилку. Так, пропускаем. Нам все равно пока здесь некого ставить, ребят. Первое, что мы можем с тобой применить, это вот шар. Ну. Вот, видишь, что творит. Что он вытворяет. Так. Ну, будем надеяться, что у него... нету. Уничтожителя надгробий. Или поедателя могил. Но у него есть другой, да? Вот так вот он делает. Прикрыться не могу, могу потом на втором ходу, ребят, только прикрыть. Сейчас будем бомбить. Окей. Этот грибок сейчас довыпендривается здесь. Этот грибок да выпендривается. Мы сделаем с тобой вот так, наверное, лучше. Окей. Что он там будет сейчас выставлять? Ну, например, мы защитим своего зомби, если спасем. А он его замораживает. Все равно спасем. Все равно мы его спасем через вот эту вот защиту. И урона он не получит. Так, теперь думаем. Ох ты, ох ты. Так, пока находится у вас плюс 2 при уничтожении зомби. А, при уничтожении зомби. Так, давай-ка я вот сюда поставлю зомби с флагом. Так, вот этого, блин. Сколько он стоит? Я не помню, ребята, сколько он стоит. Давай-ка, наверное, сделаем вот так вот. Он две энергии, да? Привидение стоит. Так, а сюда сделаем вот так. Он сейчас еще будет дублироваться. Вот это вот змея фигово. Сейчас дубликат тжик, сделается. Угу, вот об этом я тебе говорил. Что же нам тогда с тобой сделать? А, растение получает минус один, минус один. Блин, я даже не знаю. Минус один, минус один. Ну, к примеру. Сделаем так.
и сделаем вот так. Мне бы нежелательно, чтобы он тут плодился, понимаешь? Очень сильно я этого не хочу. И шаром давануть не могу. Могу только хильнуться. Барышня это будет получать плюс 2 к атаке за каждого убитого зомби. А этот может расплодиться. То есть из двух может 4 выйти. Так, ну этого я раздавлю валуном. Если он сейчас, конечно, опять что-нибудь там не прапает, не усилит его или не заморозит. И все. Упс. Рикошет. Кого, интересно? Ага, вот так вот сделал, да? Смотри, значит, мы с тобой вот этого давим. Погнали. Окей. Этот сейчас будет тут плодиться. Ставим сюда. Сейчас размножится, гаденыш. А этот не размножается. Вот оно как. Слушай, ну тогда, тогда терпимо. Тогда терпимо. Если я, например, поставлю вот так. К примеру, у него опять там заморозка, что ли, будет или как? Или заморозка, или еще что-нибудь в этом роде. Короче, ребята, есть хилка, да? Вызвал, блин. Есть хилка у нас с тобой. Да ты запарил, а? Ты запарил. Этого уничтожаем, короче, с тобой. Вот так вот. И делаем отхил. Поехали. Угу. Так, у нас с тобой есть йети. Какого фига-то? Блин, зря я сюда поставил. У него уже наверняка есть горошина, да? Хотя, подожди. Давай посмотрим, что у него там есть. У него там тоже 3 карты, я не знаю, правда, какие. Ну вот этот зомби, ребята, бросает яйцо, из которого может вылупиться. Кто там вылупиться может? Короче, загадочное яйцо, там непонятно, кто может вылупиться, но кто-то может. Так, бумс. Уничтожили. Уничтожили. Предположим. Спортивный зомби. Так это же красота, друзья мои. Это же красота. Как он там будет, интересно, разруливать ситуацию? Сможет против этих трех гаргантюан, двух, справиться? Этот 7-3, этот 6-6. Плюс этот с возможностью отхил. То есть 6 хилок ко мне прилетит, и я практически все здоровье себе восстановлю. Но также ты не забывай, что у него сработает броня. И он сможет выпустить свой горох по центру, который наносит 5 единиц урона главному герою. Также у нас с тобой серфер, который имеет безумие. То есть как бы такая довольно щекотливая ситуация для гороха в данный момент, для зеленой тени. И вот он обдумывает. Либо он сейчас думает стратегию, либо уже слинял давно с игры. Мне кажется, что все-таки второе. Слинял он с игры. Но начинал, конечно, неплохо. Да, друзья мои. Ну что же. Ну, победа. Победа — это хорошо, всегда приятно. А я вот... Да ладно. Ты серьезно? Я думал, что все, сдался. Нет, ребят, не сдался, он не шиша. Он в игре.
Ну, это вот прикольно. Так, у него одно хп. Ну, давай я вот сюда вот так вот сделаю. Интересно, сможет он разрулить ситуацию? Прикинь, сейчас какую-нибудь магию применяет, все мои зомби умирают, и он просто выставляет тут всех. И все, как это есть, да? Колокольчик применяешь, и все твои вот эти ряды свободные заполняются гаргантюа. Причем разных там видов. Довольно такая мерзкая, как говорится, заклинаха. Но это если ты играешь против зомби. А если ты играешь за зомби, и у тебя этот колокольчик выпадает, то это прям как... Это вот как, знаешь, у него здесь есть чувак-то этот с трубой, который все полоски заполняет растениями. Да? Там у зомби то же самое. Ну все, ребят, тут он сдался. Понятное дело, что вариантов ну просто нету. Не хватит даже всех уничтожить. Как бы ты тут ни старался, хоть с заклинаниями, хоть чем. В любом случае, только либо на возвышенности уничтожить, либо на земле. Но он, ну, по крайней мере, не сдался. Он тянул время. Просто почему-то тянул время. Не знаю, зачем. Может быть, думал, что я могу вылететь из игры. Да, и он на халяву получит победу. Но такой фокус не прокатил. Ладно, давай тогда приступим к следующей битве. Накопим с тобой 1000 гемов и, наверное, купим еще одного персонажа. Ух ты! Друзья мои. Орешек. Орешек в доспехах. Давай посмотрим. Вот это я уберу, наверное. И вот это я тоже уберу. Ну, более-менее. Более-менее. Опять же, все зависит, что у этого ореха в закромах. На какой колоде он играет. Так, у меня есть, ребята, первый ход в данный момент, да. Это вот этот зомбик. Я его поставлю сюда. Потом можно вызвать. Ну и что ты радуешься? Раздулся, елки-палки. Опачки. А, вот он что радовался. Все, я понял, ребята. Тогда понятно. Ну что ты ждешь, что ты хочешь сказать, что у тебя за ноль энергии что-то есть там? Нету, конечно же. Так, ну что нам придется, наверное... А что нам придется? Нам ничего не придется, ребята. Мы с тобой вот так вот просто сделаем. Подожди. Зачем так? Когда можно... Вот так. Интересно, он будет его улучшать? Или у него есть могилоед? Оу, с прочерком. С прочерком, друзья мои. Ну что же. Этого мы уничтожим тобой на следующий ход. Все, тыква обделывалась, да? Этим сейчас займемся, ребят. Довольно легко. Это у нас будет наше любимое привидение. Так, здесь у нас получает плюс 3 к здоровью, блин. Орех этот еще галактический прибыл. Че, наверное... Да давай его уничтожим, уберем отсюда. Может быть, зря потратил. Заклинаха, в принципе, неплохая. Пригодилась бы. Раз. И два. Окей. Так, теперь мы вызываем с тобой спортсмена. Неплохо, кстати, неплохо. И, наверное, можно будет его как раз-то сюда и поставить. А мы глянем, кого он сюда выставит. Герой становится неуязвим. Ну ты посмотри, что делает, а. Вот этого как раз мы с тобой и уберем. Верно? Пошел сюда. Короче, ребята, он на отхилах. Он на отхилах собирается здесь работать. Ну давай поставим тогда вот так с тобой. Что он там будет сейчас делать?
будет прикрываться, естественно, да? А у нас... Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри-ка, что творит, а? Паршивец. Что ты там вытянул? Галактический орех, да? Который даст тебе... А, нет, восстанавливает себе здоровье. Восстанавливает себе здоровье. Так, и вот так. 15 хп. Ну, с этим мы, естественно, ребят, разбираемся, да? Вот таким вот образом. Шурк. Ну, если у него кукуруза есть, я тебе 100% говорю, у него есть еще одна такая же кукуруза. Он уничтожает зомби. Так, 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 это кто у нас там? Заменил, да, ландшафт, гаденыш. Ладно. Еще и трешку в лицо даст, а? Как ты достал, а? Щиты, ребят, ну... Ага, стенорех. Итого 11 хп у него остается. Хм. Ну, давай я вот так вот сделаю. Как бы и хорошо, и нехорошо. Я даже не знаю, как сказать. Давай вот так вот сделаем. Ага. Взяли моду, да? Отхил делать. Я понял, ребята. Так вот сделаем, наверное, с тобой. Поехали. Все, это, ребята, последний щит у него. Это у него последний щит. Так, у меня есть медик. Так, опять вызываем. Ага. Это, конечно, все хорошо. Но я сделаю вот так вот. Что он там делает? Шаманство, да? Он делает шаманство. Блин. Вот этот призрак мне в данный момент очень сильно мешает. Потому что водных зомби у меня аж 3 штуки. С уроном намного больше, чем у этого привидения. Вот как быть, я не знаю. Че он там? Ага, заменяет. Ага, вот он что-то придумал. Так, ну что, мы, наверное, вот этого гаврика вот сюда вот перекинем. Как вариантик, да? Как вариантик, друзья мои. Так, 7 хп остается. Ох. Ух, ребятушки, вот это уже... А вот это уже хорошо. Это уже очень хорошо, потому что... Сейчас будет кое-что, по-моему, чудесное. Сейчас должно быть чудесным. Уничтожает зомби. Еще одного зомби. Все на этом, парень, да? Тебе крышка, ты в курсе? Смотри. Раз и добивочный. Да. А должна быть у него, ребята, опять же, хилищая колода. То есть на отхилах. Но не успел. Он не смог реализовать это все дело, ребята. И мы с вами получаем 2 звезды. Эх, вот если бы мы еще следующую с тобой победушку бы сделали, одержали бы, да, в следующем битве, вот в этой, которая сейчас будет, то мы перейдем с тобой на 23 ранг. И это было бы классно. Но с моим везением я сомневаюсь, что так будет. И опять 25-й. Донайр какой-то против меня играет. Давай посмотрим. И опять же
Слушай-ка, а в принципе, неплохо. Но вот когда мне вот так вот дают карты, можно так сказать, лучшие, да, которые у меня есть для ранней именно игры, это говорит об одном, что противник сейчас будет лютый. Просто будет лютый. Еще вытворяет. Хопа. Сразу три в лицо мне, на. Вот так вот бывает. Хорошо. Мы можем, конечно же, ребята, ему всю эту малину испортить. Еще на ранней игре. Угу. Убираем его отсюда. Ядрение фени. И два в лицо, естественно, тоже наносим. Следующий у нас будет, наверное, вот этот зомби-сумоист. Ну и что ты думаешь, что он там делает? А, перетягивает, да? Он перетягивает его. Что мы сделаем? Ну, давай сюда поставим тебя. Только валунчиком мы тебя, наверное, даванем здесь. Чтобы нанести нам чистого 4 урона. Вот так вот. А вот дальше интересно, ребята. Дальше у нас либо Йетти. Но я, наверное, вот так вот сделаю. Сейчас он должен всполошиться, по идее. Хм. Странно. А на что рассчитывает парень? Неужели у него что-то есть? Рикошет. Ты посмотри. Ты посмотри, у него рикошет, да? Плюс броня срабатывает. Уничтожит мне, скорее всего, вот этого зомбика. Нет. Так, хорошо, давай я тогда опять его поставлю на место. Заморозка? Ты серьезно? Не, я не верю. А вот так вот, ребята. Оказывается, у него заморозка. Угу. 5 урона, да, наносит он? Ладно, мы еще с тобой потерпим. По крайней мере, наши карты сейчас чуть-чуть прокачаются. Вот таким вот образом. Теперь хотелось бы, конечно, блин. Давай, наверное, все-таки вот так сделаем. Так. Я надеюсь, заморозки не будет. Я хочу уничтожить, ребята, вот это вот. Твою же налево, а. Еще вытягивает две карты. Я его все равно тоже уничтожу, друзья. А, он сдался, все. Все, ребята. Не повезло ему с картами. Я уже хотел его сделать 5-2. Мы бы добили бы. Ну, а тут бы уже дальше бы раскрутились бы, поверь мне. Пошло бы, как говорится, все как по маслу. Ну что же, это очень хорошо, потому что мы переходим с тобой на 23-й ранг. Да. Ну и думаю, что на сегодня можно, в принципе, и заканчивать, да, ребят? Коротенькая серия, но, тем не менее, продуктивная. 2 ранга все-таки взяли. А на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!